Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео мы посмотрим цену на сетевой шуруповерт Кротон ESD-01 220 вольт 500 ватт из AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 29 января 2019 года. Цена стоит в рублях. 2380 рублей. Примерно это 34 доллара 99 центов. И доставка в Россию 263 рубля 16 копеек. И это только для россиян такой шурик. Ну, сетевой, да, это как бы классный инструмент, в принципе, в каких целях. Вот я считаю, для монтажа гипсокартона, там вот в таком плане. Это мое личное мнение, потому что я сталкивался с таким. Тогда еще шуруповертов было мало, в те времена, далекие, там, 96-й год, 97-й год прошлого столетия. А вот такой был уже, и ребята шуровали. То есть, или дрелью, или таким, две большие разницы, то есть, понимаете? Ну, естественно, шуруповерт тоже классно. Ну, и такой, если тут много гипсокартона, стены там строить, разные эти самые фигулеры делать. Так что такая штука будет. Ну, и я уже не смотрю. А ну, давайте, нет, глянем другие регионы, да, для интереса. Я думаю, что не будет, но все-таки так, для очистки совести. Да, нету, все, смотрите, не будем. Ну, вот такой шурик. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.